Пожар распространился на довольно большой площади, преимущественно поросшей камышом. По словам местных жителей, в последние несколько лет возгорания стали происходить особенно часто, причем в опасной близости к жилому сектору. Надо отметить, что с окончанием лета пожароопасный период в нашем регионе не закончился, и МЧС постоянно предупреждает граждан о соблюдении правил пожарной безопасности. Хотелось бы обратить внимание, в связи с жаркими погодными условиями и увеличением скорости ветра, соблюдать правила пожарной безопасности, не разжигать костры. Сейчас у нас установлен особый противопожарный режим. Зажигание костров запрещено даже на отдыхе. Пожалуйста, соблюдайте правила пожарной безопасности, не разжигайте костры, так как у нас сильный ветер, и любая искра может способствовать развитию пожара. Из-за того, что ветер усиливается, пожар может быстро распространиться по площади, и люди сами потушить это не смогут. Также с 13 августа введены ограничения на въезд в лесные угодья. Сотрудниками Государственного противопожарного надзора проводятся рейды по выявлению нарушителей. И все, кто будет пойман, к ним будет применено административное наказание.